335 брикетов с наркотиками из Марокко. Это рекордный груз. Нашли в тайнике в полу грузовика, который вез минеральную воду. В Литве эти наркотики стоили бы на черном рынке порядка 20 миллионов евро. А в России еще больше. Пока неизвестно, какие тюремные сроки грозят этим рекордсменам. Двум белорусам и одному литовцу. Но в Германии их отправили бы в тюрьму лет на 15. Как раз на такой срок сегодня посадили в тюрьму 8 албанцев, которые в 2017 году привезли в Германию 1 тонну 800 килограмм кокаина в ящиках с бананами.